Всем привет! Сегодня покажу свои новинки и расскажу, что у меня нового в моей оранжерее. Сейчас пойдем покажу вам мою новинку. У меня было недавно видео об этом растении. Это алоказия Regal Shield. Красотка! Смотрите, какие листья. Но здесь, конечно, при переезде немножко повреждения есть, потому что листья очень большие и очень сложно было их упаковать, так как на улице у нас уже зима. Вот такая новиночка. Такой ствол у нее большой. Но здесь я поставила палочку, потому что она валится. Я боюсь, чтобы она не опрокинула горшок. Я ее попрямее вот так вот, ну, закрепила, можно сказать. Ну, здесь на окне у меня, как всегда, бугенвиллии цветут. И новиночка. У меня вот такая яркая традисканция зебрина. Вот если хватает освещения, она становится вот такая яркая. И, конечно, это смотрится таким ярким пятном среди зелени. Хотя и такой простой цветок. Да, я даже думаю, что есть у каждого в доме. Вот такая красотка. Ну, мне нравятся ее прям листики. Смотрите, блестящие. Я говорю, что она прям смотрится ярким пятном среди зелени. Видите как? И рядом хлорофитум. Я просто укоренила вот так вот много-много срезанных деточек. И смотрю, уже корешочки там появились. Ну, так красиво смотрится, особенно у аквариума. Хочу тоже подобрать для него кашпо и перевалить. Ну, это тоже мой хлорофитум. Я его показывала, конечно, уже. Он такой вот кучерявый. Видите, закручивает листочки. Ну и хорошо смотрится. Видите, как зебрина тоже. Традисканция, как хорошо-то тут смотрится. Да, и вот в кадр попадает, как могу я ее не заметить. Это моя красоточка стрелиция. Посмотрите, какие у нее листья. Листья огромные и расписные. Ой, могу просто подобраться. Посмотрите, новый лист какой. Посмотрите, это что-то. Вот видите? Вот он. Как будто его, знаете, нарисовали. Очень классно смотрится. Она у меня вообще большая стала. Просто огромная. Думаю, что к весне должна порадовать. Она просто обязана порадовать меня своим цветением. Ну, здесь у меня на полочке орхидеи с адениумом. И посмотрите, что у меня творится. Сегодня утром проснулась, а здесь у меня взрыв такой. Они все кричат: посадите меня, пожалуйста. Это семена адениума. Вот так вот стручок, видимо, разорвала, и вот эти вот просто хотят оттуда вылететь. Ну, конечно, прикольные такие семена с такими волосинками. И посмотрите, это моя диплодения маленькая и первый раз зацвела. Посмотрите, какие яркие у нее цветы, красный цвет вообще.
Очень красно. Если у меня есть та бордовая, сейчас покажу. Для сравнения, смотрите, вот это вот прям бордовый такой цвет. Диплодения. То этот вообще просто красный. И с той стороны у нее где-то даже, видите, белый цвет такой. Вот такой вот сорт. Ну и бутончиков много, хотя совсем малышка. И вот такая новинка у меня появилась. Ну, она у меня уже давно, просто я вам не показывала, потому что там была срезана макушка, когда я покупала. Это филодендрон розовая принцесса. И вот у меня уже появилось два новых листика. Ну, они такие, смотрю, варигатность есть у них. То есть у нее в дальнейшем, думаю, будут хорошие листочки появляться. Варигатность у этого растения очень хорошая была. Просто она отсушила один листик, который был наполовину розовый, наполовину зеленый. И несмотря на то, что за окном снег, вот видите, бугенвиллия. Я бы не сказала, что прям хватает солнечного света. А у нее, посмотрите, аж с розовиночкой такие листья. Видите, такой яркий довольно-таки для такого времени года. Цветные прицветники, ну, классно. Имеют цвет довольно-таки яркий. Ну и эти бугенвиллии тоже хочу показать. В ванной на окне. Посмотрите. Ну, красота. Я говорю, что несмотря на то, что на улице снег, но им это не мешает. Очень радует глаз. Такая красота зимой. И вот здесь посмотрите, какая красивая бугенвиллия зацвела. Прям веточка такая. И вся-вся-вся в таких прицветниках. Ну, показала вам некоторые свои новиночки. Показала свои новости. Ну, конечно, садить я пока ничего не буду. Я просто уберу их в пакетик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.